Под изящным ломберным столом склонились игроки. За окном было темно. Городские тени трепетали в огне беспокойных газовых фонарей. Банкующий медленно перевернул решающую карту. Кто-то застыл в оцепенении, кто-то присвистнул, кто-то механическим движением придвинул к себе стопку ассигнаций и поставленные кем-то золотые часы. Это была последняя игра. Игроки вежливо церемонно прощались и уходили в городскую ночь. Деревянные тротуары прогибались от их шагов, ямщики, позевывая, трогали с места экипажи, которые лениво расползались по разным улицам. Город тоже играл своими обитателями. Кому-то барский дом и теплая постель, а кому-то сырой угол в сизом подвале. Справедливости нет ни за карточным столом, ни в реальной жизни. Николай Некрасов начал свою петербургскую жизнь плохо, в нищете и без шансов на безбедное будущее. Вместо поступления в дворянский полк, Некрасов 17 лет от роду стал вольнослушателем университета по части филологии. Отец лишил его содержания, заработков не было никаких, и будущий поэт мести и печали был рад даже корке хлеба. Некрасов выглядел так, что ему подавали нищие. В те годы он и дал себе клятву не умереть на чердаке. Поэту хватило силы воли и энергии, чтобы оттолкнуться от дна и оказаться на поверхности, где обитали богатые и знаменитые. Некрасов стал одним из них, однако никогда не забывал первые годы своего петербургского существования в залатанной одежде и без гроша в кармане. Чтобы вновь не оказаться на дне, поэт работал без устали, писал без конца, иногда сумбурно, иногда на заказ, но старался быть искренним. Хотя получалось не всегда. Не торговал я лирой, но бывало, когда грозил неумолимый рок, у лиры звук неверный исторгала моя рука. Некрасов поэт, Некрасова прозаика не любил. Из всех прозаических произведений, которые будущий классик в изрядном количестве написал на заре творческого пути, он опубликовал всего несколько десятков страниц. А самое большое нерифмованное произведение, роман «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», написанный в 1840-м, вообще запрятал далеко от потенциального читателя. Опубликовать решился только одну главу под названием «Петербургские углы» и получил лестные отзывы за натурализм изображения Петербурга и его обитателей. И хотя роман в целом был неплох, Некрасов оказался очень тонким наблюдателем, его подвел слог. Все-таки на момент написания романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» Некрасову было немного за 20. Этот роман в какой-то степени автобиографичен. Главный герой, сын небогатого дворянина из провинции, приезжает в столицу в поисках счастья. Тихон Тростников пишет стихи совсем как Некрасов. И его больше интересует не чиновничья стезя, а поэтическая, поэтому с трепетом приходит в дом, где реализуются поэтические мечты и делаются карьеры. Наконец я пришел в один великолепный магазин с библиотекой для чтения, занимавший целый этаж на лучшем месте Невского проспекта. Хозяин этого магазина довольно толстый человечек, невысокого роста, с телячьим простодушием в физиономии, осмотрел меня с ног до головы каким-то полупрезрительным, полусожалительным взглядом. Взял мою тетрадь, привесил ее на руке и сказал, что он покажет ее редактору. Я оставил ему тетрадь и через 3 дня явился за ответом. Но тетрадь еще была у редактора. Едва в 3 недели я успел вытребовать у него назад тетрадь мою, которая провалялась у него в магазине. Он с гневом бросил ее на прилавок и сказал, «И не такие литераторы у нас ждут по месяцу. У нас такого хлама валяется целая кладовка». В книжном магазине с библиотекой и в толстом человечке с полупрезрительным взглядом современники Некрасова легко узнали главную книжную лавку империи на Невском 20.
и ее владельца, книготорговца Петра Крашенинникова. Этот человек раньше всех понял, что хорошая рукопись – это капитал. И стал первым успешным бизнесменом-книготорговцем. Магазин Крашенинников выкупил у легендарного Александра Смердина, который платил Пушкину по червонцу за строчку, и выкупил право издания «Крыловских басен» за немыслимые 40 тысяч рублей ассигнациями. Ведя такую политику, Смердин разорился, его бизнес перешел к Крашенинникову, который был более осторожным в гонорарах авторов. Так у молодого Некрасова, как и у его героя Тихона Тростникова, владелец книжной лавки на Невском ничего не купил. Книжная торговля в те годы в России – это нечто зачаточное. У нас были крупные города, в которых не было ни одного книжного магазина. Тиражи маленькие – раз, во-вторых, цены достаточно высокие – два. И в какой-то мере книжные лавки были скорее клубами. Туда приходили люди посмотреть, какие книги вышли, полистать, может, удастся почитать. Интересно, что сейчас мы как бы вернулись к этому времени, когда сейчас в книжных магазинах люди сидят и читают книги прямо там. Книжная торговля здесь, в Петербурге, начиналась с книжных лавок. Они сначала организовывались в гостином дворе, но, впрочем, и в других местах города. И мало чем отличались, например, от скобяных лавок. Но постепенно они становятся литературным клубом, они становятся местом, где собираются писатели, где собираются люди, заинтересованные в литературе. Все это в конечном итоге привело к тому, что задумались о том, что писатели, а работа писателя, она не связана с регулируемым заработком, она может осложняться и тяжелым материальным положением. Все это в конечном итоге привело к тому, что во второй половине 19 века решили создать литературный фонд для вспомоществования писателей в нужде оказавшихся. В молодости Некрасова одолевала охота к перемене мест. В Петербурге он часто менял квартиры, жил в Свечном переулке и на Невском проспекте, обитал на Малой Конюшенной улице и набережной Фонтанки. Но последние 20 лет уже очень богатый и очень влиятельный литератор и редактор Николай Некрасов прожил в шикарном трехэтажном доме на Литейном проспекте, который в середине 19 века принадлежал герою Бородинского сражения, путешественнику и министру народного просвещения Аврааму Норову. Этот дом знаменит еще и тем, что на нем установлены 4 мемориальные доски и все памяти 4 Николаев – Некрасова, Добролюбова, Фигнера, Пирогова. Именно из окна своей квартиры под номером 4 Некрасов увидел одно из своих знаменитых стихотворений, которое он написал за считанные часы, поддавшись мгновенному вдохновению. Николай Некрасов был дворянином, заядлым картежником и любителем хорошеньких женщин. Все это не мешало ему родить за русских крестьян. Поэтому он мечтал стать юности, носил свои стихи Жуковскому и заслужил лестные отзывы критиков. Некрасов стал знаменитым очень быстро. Легкий слог, смелые высказывания, постоянное противостояние цензуре и скандальная личная жизнь. Последние 20 лет жизни он прожил в квартире номер 4 по адресу Литейный проспект, дом 36. А напротив, почти наискосок, в доме 39 располагалось Министерство государственных имуществ. В этом же доме находилась и квартира министра. Им в апреле 1857-го стал Михаил Муравьев. Министр до 19 века был стар, без одного года 60 лет. Чиновник был чрезвычайно нелюбим демократической общественностью, дескать, презираем народом, и прозвище «достойное презрение» – Муравьев-вешатель, Муравьев-палач. Однако министр был героем. В 16 лет он стал участником Бородинского сражения, был ранен ядром в ногу на отважной батарее Раевского, и после этого всю жизнь хромал и ходил, опираясь на трость. Но к 1857-му былые подвиги забылись, и Некрасов написал стихи.
который увидел из окна своей квартиры. Много ли нужно поэту для вдохновения? Это было размышление у парадного подъезда. Подъезда министра Муравьева. Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Записав свое имя и звание, разъезжаются гости домой, так глубоко довольны собой, что подумаешь, в том их призвание. А в обычные дни этот пышный подъезд осаждают убогие лица, прожектеры, искатели мест и преклонный старик и вдовица. Размышления у парадного подъезда Некрасов начал писать, едва въехал в августе 1857 года в дом напротив министерства. Поэту-демократу, властный, чванливый Муравьев был противен. Однако известно, что именно ветеран Бородинского сражения был одним из инициаторов и разработчиков крестьянской реформы, которая освободила простой люд от оков крепостничества. Если все-таки внимательно вчитаться в стихи Некрасова, то станет понятно, что всегда покорный народ поэту, в общем-то, не особо близок. Дворянин остается дворянином, даже если сочувственно пишет о ходоках к министру государственных имуществ. Где народ, там и стон, эх, сердечный. Что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ль, исполненный сил, или судеб, повинуясь закону, все, что мог, ты уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил. Согласно одной из легенд, один из поляков спросил его, не родственник ли он Муравьеву апостолу, которого повесили после декабристского восстания. Тогда Муравьев ответил, я не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех, которые вешают. Оценки деятельности такого человека, они не могут быть однозначными. Когда собирались поднести ему икону, и под адресом должны были подписаться самые известные люди столицы того времени, то вот, например, внук Александра Васильевича Суворова назвал Муравьева людоедом и отказался подписывать адрес. Но вот Тютчев говорил, что было бы больше врагов у Муравьева, если бы было больше врагов у России. То есть, как бы, вот Муравьев ассоциировался с понятием народность. И в стихотворении «Размышления у парадного подъезда» они больше связаны были, наверное, и с обидой Некрасова на то, что по записке Муравьева закрыли в конечном итоге его журнал «Современник». Но к тому же Муравьеву он обращался и за содействием. У Некрасова было три страсти в жизни. Первое – это охота, второе – издание журнала и третье – карты. И он в английском клубе играл в карты. Он обыгрывал там министров. Он играл в карты с министром императорского двора и уделов. И он играл с министром финансов, у которого миллион франков выиграл. Тот так посчитал этот долг. И эти выигрыши помогали там решать издательские дела. Петербург Некрасова – это город униженных и оскорбленных, но на фоне величественных памятников архитектуры. Поэт относился к городу на Неве как к родному. Он появился на свет и вырос в провинции, но детство старался никогда не вспоминать. А если вспоминал, то на ум приходили разве что постоянные капризы 13 братьев и сестер и бесконечные наказания строгим отцом бессловесных крепостных. После такого Некрасов всю жизнь испытывал безудержную ненависть к русскому рабству и даже отказался от наследства с несчастными крепостными. Поэт стал абсолютным горожанином. В Петербурге ему нравилась сама атмосфера, низкое небо, гордые фасады, изваяния великих мертвецов и вечные столичные контрасты. Пышные дворцы и хилые трущобы, блеск Невского проспекта и суровость Сенной площади, где на публике подвергали телесным наказаниям. Живой город, но такой несправедливый. Как петербургская погода, то манит лучом солнца, то брушит на голову ушат ледяного дождя. Небольшую поэму, которая называлась «О погоде», Николай Некрасов писал на протяжении 7 лет.
с 1858 по 1865. Первоначально он хотел создать очередное сатирическое произведение, но знакомый цензор, а у литераторов и цензоров подчас были хорошие личные отношения, посоветовал ему не наступать на одни и те же грабли и не давать повод цензорному комитету в очередной раз запрещать стихи. «Пиши о погоде», посоветовал он поэту, и тот согласился. Конечно, из-под некрасовского пера вышли не пейзажные стихи, в них было много сатиры, но изображенный в разное время года Петербург получился у писателя бесподобным. Некоторые наблюдения настолько точны, что, кажется, зарифмованы они не в середине 19 века. Вот каков летний Петербург в изображении Некрасова. «Надышавшись классической пылью, в Петербурге паспорт мы берем и чихать уезжаем в Севилью. Но кто летом толкается в нем? Тот ему одного пожелает чистоты, чистоты, чистоты. Грязные улицы, лавки, мосты. Каждый дом золотухой страдает. Штукатурка валится и бьет тротуаром идущий народ. А для едущих есть мостовая, не щадящая бедных боков. Летом взроют ее, починяя, да наставит зловонных костров». В поэме много адресных ссылок на разные места Петербурга. И это Невский проспект, и медная статуя Петра, и красные фабрики окраин, и бастионы Петропавловской крепости. Но есть в поэме указание места, которого больше в Петербурге нет. Свой стихотворный рассказ Некрасов начинает с жанровой сценки. «Я ушел и наткнулся как раз на тяжелую сцену. Везли на погост чей-то вохрой окрашенный гроб через длинный Исаакиев мост». В то время Исаакиев или Исаакиевский мост был главным петербургским мостом, еще не стационарным, но наплывным. Его впервые перекинули с Адмиралтейского острова на Васильевский в 1727 году. Потом разобрали. А начиная с 1732 его ежегодно возводили в течение 124 лет. Потом наплывной Исаакиевский мост возводили по мере надобности, когда в нем была нужда. Последний раз его возвели в 1916, но в апреле того же года он сгорел от искр проходящего рядом баркаса. Об Исаакиевском мосте помнят не только строки Некрасова, но и эти береговые устои, облицованные гранитом, и закругленные лестницы на двух городских набережных – на Адмиралтейской и Университетской. Стихотворение о погоде, действие очень печальное. Везут хоронить бедного чиновника, сопровождает его одна старуха, в его же, надо полагать, чиновника этих сапогах, которые она попросила у покойного перед смертью, для того, чтобы его в последний путь проводить. Везут по Исаакиевскому мосту. Это уже построенный Исаакиевский собор, это Сенатская площадь, это памятник Петру Первому, здание Сената, Синода, Адмиралтейства, чуть дальше Зимний дворец. И на фоне этой великолепной петербургской панорамы разыгрывается это действительно не то что драма, а трагедия бедного простого человека, который всю жизнь, как сказано, был горел, а потом его и в воду опустили. Он ведь по-настоящему, как о нем говорили, поэт-горожанин. Причем он писал о жизни города не как кто-то смотрящий со стороны, а именно человек, который живет вот здесь, в этом городе, и его, допустим, о погоде. Там и рассветы, сумерки, и день, и как город себя в мороз чувствует, и просторечная вот эта речь. «Государь мой, куда вы спешите? В канцелярию, что за вопрос?» И заканчивается советом пить водку в мороз, и тогда не замерзнешь. Такую вещь услышать только тогда, когда ты сам внутри города. Некрасов всегда писал просто. Это раздражало критиков, которые требовали стихотворную ткань из образов, а не из голой правды. Однако Некрасов был поэтом другого типа. Он не выдумывал, а облекал в рифмованные одежды саму жизнь.
Главные события своего времени Некрасов, как поэт-публицист, отразил в стихотворном зеркале. Обойти стороной строительство железной дороги, связавшей две столицы России, он не мог. С одной стороны, Некрасов ничуть не сомневался в ее исторической необходимости. Без паровозной тяги бескрайняя страна буксовала, оставаясь отсталой по сравнению с Европой, которая вся была в рельсах и шпалах, но с другой стороны. Вопрос цены. Этот вопрос всегда волновал Некрасова. Поэт часто сам поступался принципами, ради большой цели, но он не платил за нее людскими жизнями. Некрасов ездил в Москву в гости к драматургу Островскому по железной дороге. Это было куда удобнее, чем его поездка к Герцену в 1846, когда дороги еще не было. Но тогда он видел только убогие пейзажи из окна дорожного экипажа. А теперь из железнодорожного вагона ему чудились мертвецы. Начиналось строительство еще во времена крепостного права, сгоняли народ, и действительно эта дорога унесла огромное количество жизни, и сложности были необыкновенные. Строительство было очень дорогим. 42 тысячи рублей стоила одна верста в железной дороге Санкт-Петербург-Царское село Павловск. 165 тысяч рублей стоила одна верста в той железной дороге, которая соединила две столицы российского государства. Одно из самых знаменитых своих стихотворений «Железная дорога» Некрасов написал в 1864 году. Оно, как всегда, о народных страданиях, но на этот раз применительно к важному историческому событию. Открытию железной дороги Санкт-Петербург-Москва, названной Николаевской. Строительство железной дороги обошлось очень дорого, в 67 миллионов рублей золотом. Это больше трети годового бюджета Российской империи. Ходили легенды, что на строительстве дороги полегло очень много крестьян, нанимавшихся на работу. Вот как эту легенду образно и ярко описал Некрасов в хоре «Мертвецов». «Мы надрывались под зноем, под холодом, с вечно согнутой спиной. Жили в землянках, боролись с голодом, мерзли и мокли, болели цингой. Грабили нас грамотеи и десятники, секло начальство, давила нужда. Все претерпели мы, божьи ратники, мирные дети труда. Братья, вы наши плоды пожинаете, нам же в земле и сливать суждено. Все ли нас бедных добром поминаете? Или забыли давно?» Да, условия были действительно тяжелы. Крестьяне-строители жили в шалашах, землянках, реже в бараках. Работали все светлое время суток, хотя днем полагался двухчасовой перерыв на обед. Правда, обед был бесплатный. Но вычеты за разные провинности предполагались очень серьезные. Так, например, если работник получал 35 рублей за сезон, то есть 19,5 копеек за рабочий день, то в случае болезни на него налагался штраф в 20 копеек. 5 копеек за лазарет и 15 копеек за кормление неработающего. Были и другие штрафы. За опоздание, невыход на работу, даже за дождь. Если небесные хляби останавливали работу, тут же останавливались и выплаты. Но что самое сильное било по карману работников, это круговая порука. За невыход на работу одного работника артели штраф налагался на работников всей артели в размере 50 копеек, то есть 2,5 дневных зарплаты. Эту привычку к труду благородную нам бы не худо с тобой перенять. Благослови же работу народную и научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную, вынес достаточно русский народ. Вынес и эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет. Вынесет все и широкую, и ясную, грудью дорогу проложит себе. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Как часто в России русские вспоминают эти слова, когда слышат от власти какие-то
обещание о будущем, что и как будет. Глубокая такая философская вещь. Некрасов, который многим пожертвовал для выстраивания своей жизни, в том числе пожертвовал и здоровьем своим, и личной жизни такой, какая положена, не имел, увел жену у своего близкого сотрудника, у Панаева. Судьба как бы наказывает, двое мертвых детей. В то же время Панаева ушла от него и с другим мужем родила ребенка. Только на излете жизни вот он познакомился с этой девушкой, которой звали Фёкла. Он ей имя дал другое, Зинаида. Обвенчался с ней, уже умирая. Но жизнь заканчивалась. У нее было богатство, слава, известность. Все это было, а счастье личного, похоже, что не пришлось ему увидеть.